Всем привет, с вами Андрей Чибисов, это «Интересное в деталях». Начали! Сегодня я получил очередную посылку с Алиэкспресс, и там есть предположение, что там пришло, но я не уверен. Там может быть клейкая лента для моего Sony Z3 Compact. Две штуки, две клейких ленты для экрана и для задней стенки. Так как я стенку заднюю заказывал, она уже идет с клейкой лентой, я заказал на всякий случай вдруг что. Так как иногда приходят задние стенки без этой самой клейкой ленты. Но это не суть. Суть в том, что надо распаковать посылку. Начнем. Вот она посылка. Обошлась она мне в 202 рубля. И открываем. Блин, не получится открыть. Все-таки закрыли. Значит, будем облизать. По защите покупателя там осталось 12 дней. Так что шла она мне почти 50 дней там или 60. Так что почти 2 месяца, грубо говоря. Давайте вскроем. Как обычно, не... Так. Да. Вот две ленточки. На... Это вот, скорее всего, наперед. А вот это может быть назад. Ну, разберемся. Я посмотрю, какая из них куда идет. Потому что у меня задняя стенка у меня уже склейка лентой. Так что как-то вот так вот. Я думал, как-то будет по-другому. Ну ладно. Как ее клеить еще, я вообще не понимаю и не имею представления. Ну ладно. Видите, она уже там получается. Вот этой. Это либо черная клейка лента, либо это синяя. Короче, не знаю. Разберемся, будем, когда буду собирать свой телефон. Такие вот дела. Вот такая вот клейкая лента пришла. Какая она по качеству, как она будет клеиться и как ее клеить, я еще, к сожалению, пока не знаю. Но я, когда буду разбирать свой телефон и буду его заново собирать, я, естественно, вам это все покажу. Так что ждем видео о том, как я буду собирать свой Z3 Compact. Видео, ссылочки будут либо тут, либо тут. Ну и не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки. Оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока. Итак, история такая. То, что помним, да, я вот заказал вот эти вот. И, так скажем, то, что вот это шло 30 дней. Да, 30 дней. И это 30 дней. Это уже 60 дней. Третье, благодаря нашей Почте России, то, что нашло все побитое, это уже 90 дней потрачено. И, грубо говоря, вот это 30 дней, да, шло. Это пришла идеальная. То есть, вот ее я и буду ставить. Что хотел сказать по этой клейкой ленте, пока я это все заметил. То есть, вот эти вот, видите, как я вам сказал, да, сзади ставится, то есть, вот такая вот лента ставится, вот она. Вот она с тем, так скажем, с телевизором таким. Ну, здесь она уже присутствует, вот по краю. Вот ее просто отодрать и приклеить. Это одно. Это хорошо, то, что у нас клейка лента идет. Иногда бывает просто крышечка, приходится покупать такую, клеить сюда, и потом уже клеить на сам телефон. Что хотел сказать по пленке. По клейка лента. Вот я отодвигаю, да, клеющую, так скажем. Вот эта сама часть, она не клеится. То есть, когда я вот это сдеру, я вот эту вот часть с черной наклею на свой телефон. И потом, содрав с нее синюю часть, она уже будет клеиться верхней. Я уже приклею либо крышку, либо экран. То есть на данный момент это клеющая пленка для экрана. Так что я буду клеить сверху экран. Так как на моем телефоне при ударе о пол углом он начал отклеиваться. Скорее всего, это связано после того, как у меня побывал в сервисном центре и мне не заменили клейку ленту. И это сервисный центр был DNS. Что такие вот дела. А в сервисном центре он был из-за того, что утонул у меня в бассейне. Ну, короче,
будем ставить, будем делать. И дальше я вам покажу все, как обычно, в деталях. Ждите новых видео. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Ставите лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока.